Вечером 17 января в диспетчерскую службу Стерлитамакского водоканала поступил сигнал о засоре канализации. С утра 18 января на пересечении улиц Карла Маркса и Нагуманова ведутся ремонтные работы по устранению засора. В 50-х годов постройки канализации произошло то, что труба сломалась, из-за этого подпор. Значит, мы вовремя организовали перекачку, то есть вы видели из одного колодца в другой колодец. Жители микрорайона никаких неудобств не испытывают из-за этого. Я думаю, что сегодня мы закончим.